Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. У Ларочки лирическое сопрано. Может быть, даже колоратурное. Это так. Ларочка, спой, пожалуйста. Не хочу петь, втроем сидел гузничек. Не буду! Лар, извините, пожалуйста. Мы ведь репетировали. Ларочка, а может быть, про голубенький вагончик? И катится голубой вагон тоже не хочу. О, а Чебурашка? Не хочу, не буду, не буду, не хочу. Девочка, извини, а ты вообще что-нибудь можешь нам спеть? Могу. One, two, three, four. Ну что ты там копаешься? Уже взяли и пошли. Мама, я что, чипсы покупаю? Или серьезное дело? У тебя всегда дело серьезное. Я надеюсь, что ты не потеряешь этот телефон, как 28 телефонов, которые ты уже потерял. Между прочим, меня разорит не мировой кризис, а мой собственный сын. Да, это я не вам. Мама, тебе что, жалко? Сыночек, мне для тебя ничего не жалко, мне времени жалко. А что-то мощнее есть? Мальчик, это самый мощный смартфон с самым большим объемом памяти. А еще больше есть? Да куда больше? Ну, мальчик, тебе что, нужен смартфон, чтобы управлять космическим кораблем? А что, у вас есть такой? Миша, я тебя умоляю, давай выйдем из этого магазина, идем! Да мама, я так не могу! Мне все время дают Sony за 3 копейки или Nokia за 2! Покажите мне все! Почему вы хватаете наши вещи? У вас же полно своих игрушек. Ничего мы не хватаем. А зачем ты залез в стиральную машину? Да. Хотя проверить, какая сила сильнее, центробежная или центростремительная. Таисия, а зачем ты разобрала мясорубку и соковыжималку? Зато у нас теперь есть сокорубка. Дай сюда. Все, терпение наше заканчивается. Мы вас теперь будем строго наказывать. Да. Это Платонина, вот он мальчик. Это ты виновата. Ты девочка! А ну-ка тихо, вы оба хороши! Короче, ничего не смеете в доме трогать, кроме ваших игрушек. И посуду не мыть, и мусор не выкидывать. Ты на них посмотри, они неисправимы. Мало того, то ты похитил мои голландские краски. Мало. Так ты еще выкрасил куртку, этот безобразный розовый цвет. Выкрасил. Животное же ни в чем не виноват. Не виноват. Обещай мне, что ты больше не... Когда не будешь красить кошек? Кошек не буду. А попугая можно? Пожалуйста, он же разноцветный. Ну, пожалуйста, попугая-то можно? Пожалуйста. Хочу мороженого, хочу мороженого. Маня, хватит кричать. Ты только что съела 6 штук. Хочу мороженого. Хочешь мороженого, съешь пряник. Хочу мороженого. Маня. Не будет тебе мороженого, я сказала. Прекрати. Маргарита, прекрати немедленно. Маргарита, ты же девочка. Что ты делаешь? Простите. Ой, простите. Маргарита, ну ты же девочка. Перестань, кому говорю. Маргарита, ну ты же девочка. Ну что ты такое творишь? Ой, простите, пожалуйста. Она не валит. Она жертва телевидения. Маргарита, вы... Уберите ее. Что же это такое делается средь бела дня? Хулиганка, бандитка! Никита, домой! Ну подожди минутку! Ты опаздываешь в училище! Не хочу я ходить в твое балетное училище! И выключи своих лебедей! Ну-ка быстро домой! Нет, я не буду балеруном! Твоя мама балерина, твоя бабушка балерина, твой дедушка балерин... Балетмейстер, так что немедленно домой. Ну подожди минутку. Thank you.
Ой, какое-то чудо. Смотри, это настоящая летающая тарелка. Это великолепно. Тебе нравится? Нравится. Ну посмотри, тебе нравится клоун? Нравится, нравится. Ну что ты как попугай говоришь, нравится, нравится. Смотришь свои гаджеты. Кругом жизнь кипит, а тебе все равно. Вот ты уставился в монитор и все. Ну посмотри, как жизнь кругом кипит. Кипит. Скажи, ты долго будешь меня позорить? Долго? Я в этом не виновата, они там сами панику устроили. Конечно, ты не виновата. Когда ты вскрыл школьный компьютер, и результаты экзамена были известны всем, ты тоже был не виноват. А когда мы опаздывали с тобой на самолет, и ты переключил все светофоры на зеленый свет, тоже был не виноват, ни при чем. Зато мы не опоздали. У тебя нет друзей. Ты живешь в своем мире. Ты не видишь никого в этих гаджетах. Слово-то какое гадское. Ты спишь с айпэдом, кушаешь с айпэдом, а гуляешь с айфоном. Тёма, скажи, дорогой, ты вообще меня замечаешь? Замечаю и вижу. Не плачь. Ой, как я устала, не могу. Давай сделаю уроки. Я пойду тортик куплю. Хорошо. Айпэд я забираю. Как я буду уроки-то делать без айпада? А как я учил уроки без айпада? Как папа, как бабушка. Как-то обходились, дорогой. Папы? Ни в какую. Мое день рождения было. Пароль? Пароль.
стандартный прием, чайник. Мама думала, что я не догадаюсь. Я Робин Гуд, защитник слабых. Я Света Гор, богатырь святых гор. Я Кинг Гачку, повелитель скальпов. А я Якутер, самые шутки плохи. Просыпайтесь, лузеры. Робин вернулся. Сейчас будем играть по-взрослому. Нас ждет игра! Вот. Я тебе сказала, чтобы ты был в своей комнате, делал уроки и оттуда не выходил. Или тебе мои слова уже совсем не важны, да? То есть тебе все равно? Все равно, что мама тебе говорит. Быстро в комнату. Быстро в комнату! Иди в свою комнату и делай уроки. Тебя отец выдающийся человек. Он работает с утра до ночи, но он почему-то вынужден разбираться с тобой. Ты меня слышишь? Точно, я же приложение установил. Сигнал слабый. Отлично. Так. Так, что тут за миссия? Будь моей, и все будет твоим. Ну что, все? Весь этот цирк, а если захочешь, и все его зрители будут твоим. Зачем мне все это? А тебе этого мало. Я подарю тебе все богатства мира. Любовь дороже всех богатств, а тебя я не люблю. Ты просто смешон. Ну ладно, тебе будет не до смеха. Ой, на помощь! Эй, вы там, все готовы? Светогор? Давно уже. Качкук, прием! Наконец-то. Все, чешется начать. Якудза! 5 минут, Гоша, 5 минут. Папа должен выйти на связь. Якудза готов. Якудза. Папа в командировке, он ждать не будет. Ха, я точняк не буду. На позиции. Светогор, держи свою дубину покрепче. Ты палец! Чингачгук, не потеряй свой доисторический топор, как в прошлый раз. А у кого, интересно, все стрелы вечно заканчиваются? Раньше, чем фортуната надо зачесать. То есть победить. А ты, Якудза, вообще особенно не суйся. Кто бы это ни сказал, поддерживаю. Мы скомандовались. Немного ваших умений и моих ценных указаний, и мы выиграли. Хорош болтать. Поехали. Нет уж, заканчивай. Дай планшет сюда. Тут явно какой-то подвох. Детский сад. Я не промахиваюсь и не ошибаюсь. Нет! Помогите! Слабаки! Думаете, победили меня? Размечтать!
воришка. Тебя этот интернет зомбирует, дай мне. Отдай, тебе говорю. Да я сохранюсь. Так. У тебя есть еще что-нибудь? Нет. Нет? Нет. А планшет, который тебе бабушка подарила? Ты его забрала. А где смартфон, который ты выменил в школе? Папа вернуть велел. А где компьютер, который тебе подарил дедушка? Он не подарил, а собирался подарить. Угу. Плюс у него склероз. Никогда так не говори о дедушке, понял? Я не о нем говорю, а о его памяти. Так, у тебя есть еще что-нибудь? Сейчас. Вон там 10 рублей есть. Посмотри мне в глаза. Точно ничего нет? Точно. Смотри на меня. Айфон. Айфон я забираю. Выяснили, где Фортунат прячет Агату. Красавица, думаешь, что я старый и слабый? Да будь ты хоть на 60 лет моложе, я тебя не полюблю. А это мы еще посмотрим, когда я стану молодым да красивым. Старый фантазер. Я уже нашел самых противных и вредных детей. И вот сегодня это обязательно. Что сегодня? Где звук? Нормально ведь. Ай! Есть. Что вы тормозите? Мы здесь, значит, этому должно быть какое-то логическое объяснение. Я сидел дома, играл в игру. В цирк! И я за Чингачкука. А я за Святогора. А я Якудза. И я. А я за Робин Гуда, который лучше всех знает, как надо. И лезет вперед всех. Из-за тебя мы все проиграли. Почему это из-за меня? Я рискнул, а вы, как всегда, сопли жевали. Ты сейчас я тебе... Что ты мне? Своей дубиной врежешь. Дубины-то и нет. Гоша, вот ты где. А это еще кто? Гоша, ущипни меня. Ай, мамочки, это не сон? Я немедленно требую, чтобы вы мне объяснили, как я и мой брат оказались в этом цирке. Ребята, это ведь и правда цирк. Парни, мы походу в игре. Вы уже совсем двинулись на своих игрушках. Это невозможно. Заканчивайте все это. Для тех, кто в танке, чтобы закончить игру, надо завершить миссию. Выиграть. Спасти Агату. Победить Фортуната. Кстати, он должен быть где-то здесь. Ну вот, все готово. Агата, если бы ты видела, как легко их было заманить. Что же ты такая хулиганка, а? Боже мой, ну почему ты такая бандитка? Мамочка, не переживайте из-за таких пустяков. Ведь сегодня день уникальных предложений. Фирма «Остекление окон» дарит нашим постоянным клиентам, семье Капустиных, льготный сертификат. А также... Самый понтовый, самый дорогой смартфон. Мама, мама, я беру. А почему это он стоит в два раза дороже, чем остальные, а? Хорошо, мама, договорились. В три. А, ну в три тогда берем. И еще, дорогая мамочка, у нас для специальных почетных посетителей предусмотрен бонус. Бесплатное приглашение в цирк. Антошка, нас с тобой в цирк приглашают?
А какой цирк? Ты же наказан. Дедушка, я потом в углу достаю. Настоящее, роскошное зрелище. Баба Вера, цирк это клёво. Суперпрограмма. У вас в цирке есть мороженое? У нас в цирке море мороженого. Нет, никаких цирков. Да. Пожалуйста. Капканы расставлены. Теперь меня никто не остановит. Так, перед тем, как звук выключился, Фортунат сказал, что нашел непослушных детей. Кто-нибудь слышал, зачем? Нет. Нет. Значит, игра зависла неспроста. Фортунат намеренно скрывает свои планы. Да если честно, от вас никакой пользы. Опять до всего додумываться самому. А что ты возомнил себе главным? Зачем ты полез в игру, если не умеешь биться в команде? И вообще, ты все всегда портил. Да ну вас! Я никому не позволю помешать нам выиграть. Если мы проиграем, то мы останемся в этой игре навсегда. Не вариант, нам должен звонить папа. И вечером мне надо на танцы. Танцы? И почему это я не удивлен? Да, танцы. Если я не играю в ваши игрушки, это не значит, что я ничего не соображаю. Даже Жу ясно, на клетке Агаты было 4 замка. Значит, вы должны были ударить по ним вместе. Значит, он тоже должен остаться с нами. Ксюша, круто! Слышь, мелкий, а сестра-то у тебя сечет. Я не мелкий, я Гоша. Можно Георгий? Ладно, Георгий, я Сеня. Но если все на равных, тогда я не против. Я Алик. Вы как хотите, а я брата одного не оставлю. Я с вами. Будешь играть по общим правилам? Похоже, другого варианта у меня и нет. Робин. Как тебя зовут? Тёма. Тёма, ты с нами? Я да, я хочу. Я смогу в команде. Идёмте вместе разберёмся с Фортунатом. Тогда побежали его искать. Боже мой, к ним же никто не ходит. У них, мальчика, даже мороженого нет. Обманул нас, дядь. Да. А я думаю, что мазачок не соврал. Просто мы избрали персоны. Да. Конечно, мы же вип-персоны. Лилочка, запомни, маме обязательно скажи. Ой, что говорить? Добро пожаловать, друзья! Сегодня, в этот замечательный день, я приветствую самых дорогих, самых избранных гостей. Да. Это цирк, новый айфон купишь? Да уж, какое-то странное цирковое представление. Сегодня в нашем цирке день открытых дверей. Я не могу сегодня с вами разговаривать так долго, потому что я сегодня на дне открытых дверей. Да, я вип-персона. И я тоже, между прочим. Так, я не понял, а где само представление? Да, где само представление? Представление будет. Только сегодня. Ксюша, ты есть Фортунат. Не только для вас. Но перед началом представления небольшое вип-отделение. Я же говорю, Лейла Джан. Мы с тобой вип-шмип-персоны, смотри. Всех детей прошу пройти на бесплатные аттракционы. А всех взрослых, пап, мам, бабушек и дедушек в бесплатное артистическое кафе. Аттракционы, кафе. Что он задумал? Зачем ему все эти дети? Ой, это то, что я называю удачный бонус. Это да. Романтично. Артистическое кафе. Девушка, можно я приглашу вас в романтическую компанию? Итак, прошу, дети, на бесплатные аттракционы, взрослые, бесплатное кафе. Похоже, Фортунат как-то изменил ход игры. В миссии этого не было. В обычной игре я бы его легко победил. Ну, мы бы победили. Короче, пойдем посмотрим, что там происходит. Thank you.
тут классно, да? Продаем, да. Ну что, друзья мои, давайте выпьем, а? Ну, и ты чего? Перестань. Тут же дети. Извините. Да нет, ну я имею в виду сок, исключительно сок. Почему? Неприлично. Боже, тут же халявы. Я говорю неприлично. А я думаю, даже нужно сок выпить за дружбу всех народов. Поддерживаете? Нас пригласили. Можно все взять? Не знаю. Зачем? Да. Мне кажется, не очень прилично. Только продаю. Все, до свидания. Я прошу вас, я прошу вас. Благодарю. Давайте. За вас. Алло. Разрешите предложить вам коктейль? Давно мне не предлагали коктейль. Как вам здесь нравится? Ну, по-моему, симпатично. Ничего зловещего пока не вижу. Бесплатный аттракцион. Катайся не хочу, а держу курс. А родители совсем не волнуются. А я бы тоже покатался маленько. Не тот случай. Фортунат коварный и злой. Он бы никогда не сделал детям подарок просто так. Верно, Тёма. Дети просто не знают, какой Фортунат на самом деле. Родители всегда волнуются, когда не надо, а когда надо, не волнуются. Слушайте, шикарная халява, ничего не обманули, вы посмотрите. Фирма! Да. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Да, дорогая. Все нормально, я с ней рядом. Да нет, девочка не вспотела, я на нее дую. По-моему, вы немножечко заскучали. Зато вам, по-моему, скучать некогда. Столько забот. Ну что вы, я один, я свободен. Как трудно жить в мире, где царит обман. Какой обман, правда? А я вам тоже взяла. Возьмите. Не-не-не. Возьмите. Спасибо. А еще фруктик можно? Давайте. Да, вот этот. Вот, я вам положу. Спасибо. О, какие глупости. Я не женат. Я, может быть, конечно, и глупая, но не глухая. Вы с ней все время по телефону щебечете. Сестра звонит. Я с ее дочкой, моей племянницей, пришел. Думал, пусть отдохнет, у нее шестеро детей. Подождите, правда? Хотите, фотографию покажу. Нет, не надо. Лидия. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Нам надо понять, что задумал Фортунат. Сейчас бы нажать в игре на подсказку. Я, кажется, знаю, как ее заполучить. Как? Агата, она же на нашей стороне, она нам поможет. Молодец, Сеня, надо быстро найти ее. Час по чайной ложке. Так моя Агата станет старухой быстрее, чем я молодым. Так, сейчас я попробую расшевелить этот муравейник. Тебе сюда нельзя, ты маленький. Почему такая очередь? Там мы стоим. Так, секунду. Яша, ты ослеп, что ли? Дети-то взрослые. Бегом! Давай. Аттракцион номер 6!
Заткнись! Агата, где ты? Побежали наверх! Алло, ну какие котировки, ну какие котировки? Вот дает, а! А чего мороженое? Это же никаких калорий, одна вода. Угу. И фрукты тоже. Да. А вы своему ребенку про калории тоже лапшу на уши вешаете, да? Своему ребенку я вешаю только то, что ему нужно знать. Ну-ну. Взрослым лучше. Ешь, пей, что хочешь. Делай, что хочешь. Все можно. Можно. Только не хватает или здоровья, или денег, или того и другого. О! Закрыто! Быстрей! Педали жми! Жми на педали! Бей! Бей! Молодец! Опять никого! Где же он ее держит? Ну что, Марго, выперли тебя от автомата? М? Сама ушла. Ну как сама ушла? Ребята говорят, что выперли. Смеются над тобой. Может, им глаз дать? А? Я бы дал. Давай. Ну вы у меня сейчас получите. Агата, наконец-то мы нашли тебя. Ты нам очень нужна. Я верила, что мои верные друзья придут ко мне. Агата, прости, что мы не смогли тебя освободить. Ничего еще не потеряно. Только теперь Фортунат собрал детей, и мы думаем, что он задумал что-то ужасное. Агата, ты знаешь, чего он добивается? Вы и сами это знаете. Он хочет, чтобы ты его полюбила. Он думает, что я полюблю его, если он станет молодым. Но как? Ему нужна энергия детей. Он выкачает ее до последней капли из каждого и омолодится. И чем хуже они будут себя вести, тем быстрее это произойдет. Маргарита, я сдам тебя в детскую комнату милиции! У нас, Лидочка, не милиция, у нас полиция. А это поможет? Конечно, поможет. У меня там брат жены, дяди товарища работает. Маргарита! Получи, вот тебе! Вот тебе! Получи! А что будет с детьми, когда Фортунат выкачает из них энергию? Они заснут навсегда. Навсегда? Мы этого не допустим. Надо спасать детей. Поспешите. Ну чего такие кислые? Да ничего. Я б сам умер со скуки играть в эти автоматы. А хотите узнать, как они устроены? Да! Так, это тебе. Тебе. Насчет ассорти всех видов. М? Посмотрите, Манька моя плывет прямо в мороженом, господи. Мама, утонула. Дорогая, это мой дерется или это ему морду бьют? Успокойтесь, это не ваш, это наш. Платон, Таисия, если вы порушите этот дом, то я не знаю, что я с вами сделаю. Ну, конечно, а если бы ты знал, что делать, они бы здесь ничего не ломали. Ой, посмотрите, выплыла моя, выплыла. Мне бы ваши проблемы. Мне бы ваши. Вы знаете, моя маня, она даже всех цирковых зверей может съесть, если ей мороженого не хватит. Понятно.
Ларочка, всем весело, а ты что сидишь так тихо? Нехорошо это. Это не я тихо, это тут все громко. Сейчас мы тебя усилим. Держи. А ты перестал играть в игровые автоматы и кататься на всех аттракционах? Им весело, они ничего не понимают. Да мне надоедает то, что Гошка играет в сети, тайком выключая интернет. Что? А как еще? Ребята, нам надо все отключить, чтобы дети не играли. Поет моя Дарочка. Кошмар! У меня еще хуже. Антошка выкрасил ее в красный. Это не ее цвета. Фортуна слишком хитрый. Он подстраховался. Он всем управляет. Мы не контролируем игру. Он сейчас главный. У нас мало времени. Нам надо спасать детей. Так, неплохо. Надо бы еще подать жарку. О! Ух ты! Кто это тут влез? Дети, успокойтесь! Мелкие, хватит! Фортунат из вас выключит всю энергию! Хватит, вылезайте! Хватит! Мелкие, идите отсюда! Глупые, успокойтесь! Хватит! Вы в опасности! Вы ничего не понимаете! Что ты делаешь? Прекрати немедленно! Что ты делаешь? Прекрати! Никто не сможет мне помешать. Придется вас изолировать. Это моя игра. Отдохните пока. Чертова дверь не открывается! Мы хотели спасти детей и выиграть, а теперь сами не можем выбраться. Да Фортунат нас вообще как детей сделал! У меня есть идея. Какая? Такая. Да что ты раньше молчал? Скорее запускай игру. Включай! Ой! Вредный поросенок. Думал, без сестры легко, якудза. Пора рассказать обо всем родителям. Они нам помогут. Ха-ха-ха!
какой-то ужас. Что там творится-то? Это переходит все границы. Надо как-то протестовать. Это же абсолютное безобразие. Манечка, разве я тебя так воспитывала? Так, хватит раскудахтались. Надо детям помочь. А зачем мы вообще оставили их одних? Друзья мои, я думаю, ничего страшного. Что это еще за бунт на корабле? Немного магии вас успокоит. Ну а что вы предлагаете делать? Я ничего не предлагаю, я просто заберу своего ребенка. Кто со мной? Да кто еще такой? Наверное, аниматор. Да какой аниматор? Это просто фокусы-покусы. Родители уже ушли. Они бросили детей. Они не могли. В этом точно замешан Фортунат. Нам нужна новая подсказка. Попали. Ой, смотри, карусельки. Карусельки. Карусельки, а там качельки. Качельки. А там что-то интересное. А смотри. Боже, какая красотища. Ой, песочница. Песочница? Я в детстве играл точно в такой же. Песочек мелкий, золотой. Здравствуй, Мишка-Топотышка. Какой это Топотышка? Это же олимпийский Мишка. Вот ты глупышка. Ты что дразнишься? Я маме расскажу. О, Тир. Ой, Тир, пойдем? Не, мама дорогая, родители не заругают мне. А почему? А потому что мне мама сказала, что в Тире стреляют только мальчики. А я уже всех мальчиков постреляла. А я нет. Тогда пойдем! Тогда пойдем! Слушай, как тут классно-то, а? Качельки. Прям как в детстве. Да-да-да. Ну здорово. Как мне здесь нравится. Давай выше, выше, еще! Агата, я придумаю, как тебя освободить! Нет, нет, сначала спасайте детей. Но мы же не знаем, где взрослые. Я вам скажу. Где взрослые? Нет, как их найти? В кабинете Фортуната есть экраны. Они показывают, кто где.
Но в кабинет Фортуната невозможно попасть. Нет, ничего невозможно. 30 лет как не бывало. Вот вы вернулись. Опа! Моя молодость и красота. Молодость и красота. Фортунатик! 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 Агаточка, тоскуют уже по мне. Иду, моя радость. Хотела проверить твой слух. Ага. Говорят, слух у стариков не очень. Слух мне что надо. Да и все остальное тоже. Ну как я? Помолодел? Помолодел, но не поумнел. Ну хорошо. Подожди еще немного. Что Фортунат услышал? Как это все может работать? Вот они! Только какие-то они не такие. Они как дети. А я могу делать куличики, которые никогда не рассыплются. А я нет. А... Хочешь, я научу? Хочу. Держи. Ага. Я целюсь в зайку! А, я попала! Я попала в черепаху! А я сейчас вот медведя! Попала в медведя! Ура, качели! Ура, давай не надо! Давай, не боишься! Нет, я хочу на этих! Вот на этой, давай на этой! Я хочу на этой! Хорошо. Давай! Сильно, только сильно! Опа! А? Ура! Хочу мороженого! Хочу мороженого! Я хочу мороженого! Все какое-то древнее. Как прошлый век. Что надо их в прошлое отправил. И сделал с детьми. Да, по-моему так. Фортунат идет. Я возьму из них все без остатка. Вы неотразимы. Если бы вас сейчас видела ваша внучка... Внучка? Ларочка? Где же наши дети? Опять вспомнили своих детенышей. Поздно вспомнили. Поздно спохватились. Теперь меня ничто не остановит. Вы больше никогда не увидите своих детей. Кто-то. Ух. Фортунат переместил взрослых во времени, поэтому нам тоже надо переместиться. Гошку ни в какое во время я не пущу. Тогда пусть вдвоем и остаются. Нет, Гошу мы бросить не можем. Он наш друг по оружию. Спасибо, друг. Тогда пусть она одна остается. Я тебе сейчас покажу одна. Спокойно, нельзя Ксюшу здесь одну оставлять. Здесь же Фортунат. Тогда нам надо всем вместе переместиться во времени. Точно. У меня для другого времени никакого прикида нет. Ксюша, а если ты поможешь нам спасти детей, то обещаю тебя слушаться. Ну так и быть. Что же, я лохушка какая-то? Пошли спасать детей. А ты классная.
Заходи скорее в игру. О, да. Ксюш, это ты что ли? Сюрприз. Ну, все в сборе. Вперед! А почему мы-то всегда требуем от детей, чтобы они были тихими и послушными? Шу-шу, а сами только что гуляли, как надо. Да чего там только что? Признаюсь, еще в третьем классе я подложила кнопку нелюбимой училки. Училки по химии. А я подделала подпись мамы в дневнике. Вот. Я списывала контрольный вот по математике, инглишу и русскому. А я в туалете на стене плохое слово нарисовал. Да ладно, я ножичком на парте такое слово начертил. Да я позвонил в школу, сказал, что бомба, чтобы уроки отменили. А я всех пацанов во дворе лупила. А я, уважаемый, обожал всех девчонок за косички дергать. А я еще кормила морскую свинку и риску. А я? В подъезде почтовые ящики поджигал. Так это ты. Тихо, тихо, ша. Я придумала новый бизнес, только же в голову тюкнула. Построю-ка я парк для взрослых, чтобы взрослые чувствовали себя как дети малые. Будет классно. Внимание, внимание! Говорит радио «Непослушание». Говорит радио «Непослушание». Сегодня и всегда. Можно абсолютно все. Это как? Достали родители. Бабушки, дедушки. Они всегда знают, что и как вам делать. Типа того. Запрещают, воспитывают, надоедают советами. Нельзя, надо. Спать в 10. Собаку нельзя. Чипсы вредные. Живо за пианино. Не хочу. Но вы хотите свободы. Не делать уроки, не мыть руки. Делать все, что захочется. И это можно. Мороженого сколько угодно. Игрушки, какие хочешь. Полная свобода. Никаких запретов. Никаких законов. Вперед! Вы лучше скажите, как попасть в парк культуры? Да это же опричник. Они сражаются с врагами Иоанна Грозного. Ох, не в то время попали. Это точно. Я! Братцы, на помощь! Чужеземцы нападают! Бошка, быстрее в будущее! Подвис! Связь фиговая 16 века. Есть! Ух ты! Вы роботы или разумные существа? Роботы есть самые разумные существа. Вы арестованы, как ископаемые. Требуется экспертиза. Эти ископаемые полезные или нет? Только экспертизы нам не хватало. Надоело мотаться по временам. У меня так морщины появятся. Ксюша, молодчина! Повезло, что ты задержалась во времени. Ну давай, Ксюш, быстрее! Стреляй в наручники! Я не знаю как. Я в эти ваши игрушки сроду не играла. Дожми все подряд! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это все не то! Наконец-то! Так, дождите еще лухи. А
Агата, я иду к тебе. Музыка! Ваши дети в опасности. Как? Лейла? По-моему, это просто чушь. Фортунат выкачивает из них энергию, чтобы самому стать молодым. Да нет, ну это какая-то научная фантастика. Да, 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 полная чушь. А как же вы тогда попали в прошлое? Как вы попали в прошлое? А кто попал в прошлое? А возможно, ребят, правы. Нас занесло далеко назад, лет на 35. Так что же делать? Что делать? Что нам делать? Не морочьте хлопцам голову и скажите точно, что надо делать. Ну как же нам добраться до наших детей? Как? Мы вам поможем. Каким образом? Очень просто, с помощью компьютерной игры. О, вообще-то, мальчик, наша семья не поощряет увлечение компьютерными играми. А что, ваша семья имеет вариант получше? А что же нам делать? Вам ничего, мы все сами сделаем. Ужас! Нам немедленно надо его найти. Найти и арестовать. Нет, надо захватить его, эту адскую машину. Правильно, и перекачать энергию обратно в детей. Опоздали. Так и останутся навсегда сонными и скучными. И ничем вам уже не поможешь. Ой-ой-ой, бедненькие. Можно же что-то придумать. Знали бы, что уже придумали бы. Ну как, если он его потратил, эту энергию, на себя? Ну тогда из него перекачать энергию в наших детей. Ну? Ну, за мной! Нет. Простите, подождите, не надо никого искать. Как это? Почему? А мы сами дадим им энергию. Каким образом? Ну, надо просто подойти, поцеловать и обнять. А потом ласкать, успокоить. И тогда они приобретут свою энергию. Да? Пошли. Пойдемте. Где наши? Девочка моя, иди ко мне, мой мальчик. Прости меня. Лейлочка, девочка, просыпайся. Просыпайся, сыночек. Мой хороший. Вот так. Я здесь. Манечка, просыпайся, хорошая моя. Вставай. Вот хорошо, мама с тобой, да. Мама теперь тебя никогда не оставит. Да, моя девочка. А мне жалко. Кого? Детей или родителей? Всех жалко. И мне тоже. Но мы им больше не поможем. Теперь они должны все решить сами. Агата, она же в клетке! Маргарита! Мам! Моя хорошая, просыпайся! Антошка, ты вставай!
Давай, вставай, вставай. Давай, давай, давай. Ну, очнись. Давай, маленький, проказник мой. Ну вот. Дедушка. Отец. Агата, ты уже не в клетке. Мы думали, ты все еще заперта. Ну как же ты освободилась, Агата? А сила Фортуната сама исчезла, и моя клетка открылась. А где же злодей? Да вот же он. Это Фортунат? Ничего себе. Переборщил Фортунатушка с омоложением. Мороженое хочу, мороженое хочу. Паречка. Маленький, просыпайся. Ну, купить себе твою любимую пластинку, а? Да не надо мне их, бабушка. Мы же споем твою любимую. А ты ее знаешь? Конечно, знаю. Давай. Вставай, 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 вставай. Вот так. Ты красавец. Не буду. Да будешь, будешь. И главное, что я готов это терпеть сколько угодно. Ну что, мы свое дело сделали. Можно и уходить. Да, вряд ли мы еще встретимся. А что? Классно, мы все провернули. Такое возможно только в игре. Глаза голубые, такие родные твои. Ксюш, а ты классная девчонка, хоть и не играешь в компьютерные игры. Я играю, но только не в компьютерные. Игре. Да, если узнаемся по аватарам. У тебя классная аватарка. Это история. Ребята, друзья, вы там? Слышите меня? Это я, Артём. Какой еще Артём? Не знаю таких. Робин? Я кому сказала? Выключай игру, сейчас папа будет звонить. А, выскочка. Что это ты представиться решил? Ребята, вы чего? Ничего не помните? Цирк, мы спасли детей и родителей. Мы проиграли Фортунату из-за тебя, вот что я помню. Какие еще дети? Ты что, головой ударился? Может быть. Слушайте, раньше я вел себя неправильно. Точно ударился. И, похоже, сильно.
Я обещаю, мы еще обязательно выиграем, если будем командой. Может быть, встретимся? Обсудим стратегию. Сеня, Алик, Гоша и Ксюша, конечно. Вы не против прийти ко мне в гости? А меня-то он откуда знает? Фантастика! Я не говорю своего имени. Экстрасенс, может, ты и переломы лечишь? Ну, пожалуйста. Я уверен, мы сможем подружиться. Мам! Ну, мам! Ну вот, посмотри, я все уроки сделал. Мамочка, ну прости меня. Хочешь торт? Правда, я весь крем съела. Мамочка, прости меня, я тебя очень люблю. Ты знаешь, я тебя тоже очень люблю. Просто мы с тобой как-то не понимаем друг друга. Как будто мы с разных планет, понимаешь? Мам, я тебе обещаю, все будет по-другому. Правда? Да. Мне бы этого очень хотелось. Мам, что? А можно завтра я позову друзей? Что, настоящих? Самых настоящих и самых лучших. Боже мой, какое счастье. Мне это снится. Окей, только нам нужно покупать новый торт. Этот я уже весь съел. Мам. Что, мой хороший? А знаешь что? Я хотел тебе показать одну вещь, которая мне очень нравится. Дорогая вещь? Ну, чтобы понять друг друга. Хорошо. Окей. Показывай. Иди вот сюда иди. Я вам выигрываю, да? Ведь это же мой год красный, да? Я убила! Тёма, отойди, Тёма. А вот и я! Папа! Вот он мой подарок! Смотрите, как он ярок! На всех наречиях хлопочет и подружиться с вами хочет! Спасибо! Ну, нравится? А! Очень нравится! Давай, вылезай из клетки! Скажи что-нибудь! Ну, давай! Он бросил свой зеленый юг, своих друзей и своих подруг! Он хочет вместе с нами жить, чтоб языкам нас научить! Да, ой! Да. Ну хорошо, ладно. Чем вы тут занимаетесь? А ты знаешь, мы играем. Да вы что? Во что это? В компьютер, ты знаешь, я научилась играть. О, как интересно. Смотри, хочешь, мама и компьютер, это что-то новое. Хочешь, я тебя научу? Смотри, ну, вот этот джойстик. Так. Это прыгать, да. Это стрелять, да. Это убивать, это скрывать сундуки. Поехали. О, сундуки? Да, сундуки. Обалденно. Обалденно, ну-ну. Так. Ну так, что надо смотри, открывать? Вот видишь, сундук. Я открываю сундук тебя. В этой игре я, конечно же, сундучки твои все позакрываю. Оп! Опа! Не может мама, да. Папа пришел, все смог сразу. Давай, давай. Опа! Все! Мы молодцы, мы перешли на следующий уровень. Thank you.
на земле и стремится душа отдохнуть. Добрые люди, как дети, летают во сне. Счастливы там, где любовь проложила свой путь. Где колыбельные песни слышны в тишине. Небо мерцает и все замирает в груди. Дождик весенний прошел и весну. Thank you.